Доброго времени суток. Guten Tag. How do you do? Саламат Зве, Карменте Достар. Ну и, естественно, шалом алейхум. Так, я виден в этом эфире. 21 час. Есть. Диана Ретинская вышла. Вижу. Значит, вот там посигнализируйте. Есть звук, свет. Так. Это неправильно. Ты так не нажмешь. Да. Сейчас мне звонить не надо по Вайберу. Это Алекс Лисовский из Германии. Лисовский из Германии. Отрубись, иначе тебя весь мир слушает. Вот. Итак, 21 час, и я надеюсь, что... да, я вижу, лайки есть. Я очень рад, друзья, вас осязать, вот, быть с вами на одной планете, лететь вокруг Солнца. Вот Балясников, такой. Диана Ретинская. Отлично. Котковец, Стражевская, Харченко. Так, да, вижу. Ну, народом уже собралось. Народ есть. Спасибо. Я потом посмотрю внимательно, кто был и кто там чего-нибудь отметит, тому я отмечу, отзовусь. За эти сутки, пока у меня не было в эфире, ничего особенного в стране не произошло. Кто сидел за свои политические убеждения, тот и сидит, не вышел вчера, пока я тут песню пел в интернете. Значит, у нас в Петербурге в интерьерном театре выступал Юрий Ким. Он выступал, и вот получается так, а сегодня Борис Вишневский выставил эту информацию, что он выступал. Меня зажал, короче, а потом с ним буду разбираться, с этим Вишневским. Как так можно было зажать от меня этот концерт? Вот. Ну, как видите, у нас вот некоторые изменения в студии. У нас висит красивый такой значок с названием «Нет войне». Ну и созрело, чем... ягода, рябина. Ну и пора чего-нибудь сказать вам или спеть. Бывает разные цветения. Плодоношение и покой. А я осеннее растение. Вот снег, а я живой такой. Когда зачахли мхи и травы, нам не пристало ни лицо так налево и направо метать коварную пыльцу. Стою среди равнины голос. Несется стая журавлей. Я полон юности веселой. Беру билет. Лечу за ней. Аня из Дарильян смотрит. Да не может быть, никогда не поверю. Никогда не... Это самая вредная девушка из Америки. Прям смотрит. Значит, песня, которая сейчас прозвучит. Алекс Лисовский присоединился. Ага. Молодец, Алекс, вот это так лучше. Потом позвонишь по-другому, если захочешь. Что? Я хотел... песня это и лет, наверное, 10, а может и 20. Я уже точно не помню, в каком она случае написана. Ну, такая сюрреалистичная и как бы осенне-зимняя. Вагон над городом завис, вагон над городом завис. Сейчас скажу вам здрасте, вот мне бы только доплестись, вот только б не упасть, вот только б дерево обнять, что помнит голос твой. И самому мне не понять, зачем я здесь такой. Потерян пульс ночного города, закрыть забыли город, и дом твой, сжавшись весь от холода, стоит.
памятник теперь. Грехопадение листвы, грехопадение листвы. Не скоро, но я здесь. Но где же, где же, где же вы? Все то, что в мире есть. Где вы, светящийся объект? Где вы, хранитель снов? Где вы, заветов всех завет? Основа всех основ. Потерян пульс ночного города. Закрыть забыли город. Дверь, 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 дверь. И дом твой, сжавшись весь от холода, стоит как памятник. Теперь кивнет мне тополь свысока, кивнет мне тополь свысока и скажет: брат, забудь, тебя простили, дурака, иди куда-нибудь. Ты сам светящийся объект, ты сам хранитель снов. И ты заветов всех завет, основа всех основ. Потерян пульс ночного города. Закрыть забыли в город дверь, 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 дверь. И дом твой, сжавшись весь от холода, стоит, стоит, как памятник теперь. Потерян пульс ночного города. Закрыть забыли в город. Нет, 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 нет. Могу над городом завис. Могу над городом. Спасибо. Фима Вайнер смотрит. Людочке привет от нас. Привет. Фалик Рубинштейн, Вере привет. Ух ты. Рязанцева Марина. И без Марины Рязанцева, я не знаю, как эфир был бы неправильный. Значит, завтра я собираю друзей, тех, кто находится в зоне досягаемости в Петербурге на Пушкинской, 9. Будет концерт для любимых. Будем петь, танцевать, встречать осень, общаться. Максим Горсков приготовил новые видеодиски. Отлично, да, Максим Горсков. Уникальные. Уникальные, да, видео для любимых. Вот. Так что готовьтесь, можно будет это все приобрести. А сейчас, да, я должен попрощаться, сказать на прощание, что оператором нашего эфира, как всегда, была Елена Пинчук. Елена, можешь помахать рукой. Вот. Она тоже с нами. И с вами. И, в общем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал в Ютубе. И таким образом мы прорвем всякие решетки, которые между нами ставят. Вот. Пока. Пока.